Смертельный номер. В исполнении пока еще рано снимать. Михаила. Я тебе говорю, пока еще рано снимать. Ты такой в дымке, знаешь, как будто это... Где? Не, дым такой, знаешь, как будто война идет. И веловойска. Велоразведка сталкерская, вот эта тема, короче. Пять бутылок в плену. Пять бутылок с жидкостью. Скорее всего, это керосин, или я даже не знаю, может быть, это что это? Адмирал Бонаква. Пузырики она пускает, слушай. Смотри-то. Так, будет смертельный номер. Я не знаю, в какую сторону будет рубить, но будет... Ой, Миш, если сейчас пойдет эта байдарка, она поднимет вал. Кто-нибудь просьба на мой телефон снимайте. Зачем, если вот есть супер экшен фулл HD? Костерок. Иван, чуть-чуть сюда поближе. Короче, давай заново видео, скажу пару слов. Давай, говори. Мы потом вырежем мат. Это бутылки. А на это снимать? Это мой ваш. Короче, сегодня второй день продолжения известного всем долбоебизма, который уже был немножко заснят. Сейчас попробуем немножко испытать заточку ножа и моего рукожопства. Насколько я... Это серьезные заточки? Нет. Сейчас пробуем всех этих. Не, ну еще они целые, можно сейчас еще пробить. Давай с другой стороны. Две бутылки есть. Смотри, какой экшен, да? Сколько тут? Четыре камеры задействовано. Это будет просто фу, это 7D. Будет нарезка потом. Может, на это, на премию Минотавр или как-нибудь? Сколько камер? Рублю первый раз. Блин, ты реально, Татьяна, будешь тебя зарубить? Ты говоришь, снимаю, как? Так со стороны зарубишься. Ты просто мучаешь. Очень... Ну, короче, две бутылки берет легко, а потом рука уходит. Я просто сейчас реально мог бы и третью прорубить, но я реально боялся, потому что у меня нож да приболел. Бутылка стекает кровью, короче. Он последний целый остался. Сейчас будет. Сейчас подождите. Да, здесь неудобно. Я сейчас реально боялся в валенку попасть. Сейчас, подожди. Смотри, смотри. Так. Найдите. Ниндзя. Ты только примерься сначала. Да, ниндзя. Илюху просто вскрывил, короче. Тихо, еще вот раз так отойдите. Вот так же собак режут, короче. Вот. Ну все. Два ниже выходца, Илюха.